Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я хочу вам показать, как правильно делать репост конкурса в соцсеть. Итак, для начала нам нужно сделать следующее. Это нажать кнопочку «Поделиться». Вот здесь она у нас в правом уголке находится. Нажимаем на нее. И у нас вылазит меню, в котором мы можем выбрать любые соцсети. Но у нас есть «Одноклассники», «Контакты», «Фейсбук». Выбираем любую, понравишься, либо все три. Итак, начинаем, например, с «Контакта». Вот у нас появилось опять меню. Если все вас устраивает, продолжаем. Все, ссылка появилась на вашей странице. Переходим на страничку «Контакта». И вот, видим, мы появилось у нас наше видео. Теперь делаем следующее. Правой кнопкой мыши нажимаем на наше видео. Выбираем «Копировать ссылку». И переходим на видео с конкурсом. В комментарии, опять же, правой кнопкой нажимаем, вставляем запись. Вот появилось видео наше. Добавить комментарий. Вот наша ссылочка. Теперь, когда я на нее нажимаю, я сразу попадаю на видео с нашим конкурсом в соцсети. Вот такая ссылочка считается правильной. Надеюсь, что данное видео вам помогло, и теперь вы без проблем сможете делать репосты наших конкурсов. Я благодарю всех за внимание. Всем пока-пока.